пятна не осталось. Уникальные продукты из Южной Кореи компании LG представляет сегодня на нашем телеканале. Мы переходим к следующему лоту. И мы будем с вами еще и еще удивляться, потому что это фантастические совершенно чистящие средства. На все случаи я обожаю такой подход. Терпеть не могу, когда у меня стоят дикое количество каких-то бутылок непонятных, опасных, химических. Здесь мы с тобой будем говорить и об экологии, и о гипоаллергенности этого средства, и, конечно, о потрясающих его возможностях. 17-428 – это номер лота. И, конечно, сегодня мы будем говорить еще и об экономии, потому что сегодня, приобретая средства по цене 890 рублей, мы экономим на бытовой косметике для дома. Это средство нам заменит абсолютно все чистящие средства, которые есть у нас в ванной комнате. С помощью нашего средства чистящего мы можем почистить абсолютно все. Вот, Наташа, вот скажи, вот у тебя дома, наверное, в ванной комнате есть средства для унитаза отдельно, для раковины отдельно, для кафеля отдельно, для холодильника отдельно, для духовки, для плиты, что мы еще чистим? К сожалению, есть. Да. Я вынуждена держать всегда дверь в ванну закрытой. Я вынуждена всегда держать все шкафчики закрытым, потому что ко мне приходят гости с маленькими детками. Это опасно, потому что у меня домашние животные. Это опасно. Ну и, конечно же, я терпеть не могу тратить гигантские деньги на всю эту химию, от которой потом дышать невозможно. Оксана, вот поверишь, нет, я когда делаю уборку в ванной комнате полностью, плюс туалетик, я потом больная целый день. Я надышусь этим всем, голова болит, руки все какие-то пупырях непонятных. Это совершенно ужасно. Я так рада этой инновации. Я обожаю производителей корейских, которые работают со средствами для дома. И LG, конечно, супер. Здесь, ну, просто монстр, лидер промышленности, потому что заботится не только о чистоте нашей сантехники, например, но и о чистоте моего дыхания, моих рук и о безопасности моего дома. А еще он заботится о твоем кошельке, потому что теперь вместо 15-20 средств, я не знаю, сколько там у тебя в ванной, тебе достаточно одного средства. Наше чистящее средство легко справляется абсолютно с любой поверхностью, абсолютно с любыми видами загрязнений. Тем более сегодня у нас в наборе, посмотри, 550 мл универсального чистящего средства с распылителем и дополнительный диспенсер 330 мл. Итого сегодня вы приобретаете 880 мл чистящего средства от компании LG. Ну и посмотрите внимательно, какая чистота нам теперь доступна. Вот как раз, да, вчера сделали съемки с этим потрясающим рыжим солнышком, а сейчас будем в прямом эфире тестировать наши средства. На все, тестировать все, что Оксана озвучила. Мы работаем только честно, максимально. И вы вместе с нами сейчас в прямом эфире будете это все видеть. Ну что мы с тобой будем делать? Сегодня мы с помощью нашего чистящего средства, которое у нас состоит из двух продуктов. Посмотрите, это само чистящее средство, которое находится у нас в распылителе 220 мл. И дополнительный объем, дополнительный диспенсер 330 мл, который мы можем при желании... То есть мы потом отсюда заливаем, сюда кончится. Заливаем, да. Итого получается у нас 880 мл продукта. Я напоминаю, что это продукты компании LG. Наташа, ну что, давай с тобой рассматривать. На самом деле, рассматривать особо нечего. Посмотри, у нас здесь и загрязненная кастрюля, и загрязненные у нас здесь блюда, и загрязненная плита. Обратите внимание, что я думаю, что каждому из нас известны вот такие. Я тебе больше скажу. Мне, конечно, немножечко стыдно, но примерно в таком состоянии я оставила плиту, когда закрывала дачу в конце того сезона. И буквально через неделю меня ожидает вот это. Я открою законсервированный дачный дом, а там стоит вот такое. Что же делать? А что делать? Легко и просто наше средство справляется. Причем обратите внимание, что наше средство очень удобно наносится, очень удобно распыляется с помощью пены. Оно у нас абсолютно не растекается. Это значит, что мы можем использовать даже на вертикальных поверхностях. Мы заливаем, причем я это делаю на половине нашей плиты, на половине плиты. Далее, мы ждем буквально 2-3 секунды, минуты для того, чтобы наше средство впиталось. Давайте, смотрите, мы сейчас покажем моментальный результат. Что происходит? Легко и просто, с помощью, смотрите, губки я удаляю. Ты даже губочку еще не успела намочить. Сухой губкой, что происходит? При том, что мы испачкали эту плиту, вы видите, давно специально, чтобы засохло все загрязнение. Все загрязнилось. Вы только посмотрите, что происходит.
годами, да, образовавшаяся ржавчина. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, как легко и просто я удаляю ненужные загрязнения. Потрясающе. Причем загрязнения многодневные. Да. Мы очень готовились к премьере средств для очистки дома LG. И мы специально вот таким образом прямо изуродовали нашу плиту. Не беда и не проблема. Если вы не успели дачную плиту вот так вот вычистить прошлым октябрем, когда закрывали дачный сезон, не переживайте. Прямо сейчас нам доступно все абсолютно спокойно и великолепно. Взгляните на этот результат прямо в прямом эфире, буквально за минуту. Оксана со своим маникюром, своими нежными ручками совершенно без проблем оттирает вот такие загрязнения. Без воды вообще. Только нашим средством компании LG. Посмотрите, производитель. Идеальная чистота, да, идеальная косметика и скорее от компании LG. Посмотрите, половину нашей плиты я вычистила, посмотрите, просто-напросто идеально с помощью нашего средства. В течение двух буквально секунд мы наносим средство на загрязнение, оставляем на 2-3 минуты, и оно само начинает работать. Далее мы не применяем никаких усилий, с помощью мягкой тряпочки просто-напросто снимаем загрязнение легко и просто, посмотрите, и у нас абсолютно чистая белая поверхность. Ну что, пошли дальше? Это потрясающе, давайте побежим дальше, потому что как много нам нужно вычистить. А Оксана, между прочим, вслед за нашим производителем компании уже заявила, что массу чего можем оттереть одним средством. Ну что, попробуем оттереть нашу духовку? С удовольствием это сделаю. Сейчас с помощью нашего средства мы заливаем. Причем, посмотрите, я это делаю легко и просто на вертикальной поверхности. Посмотрите, у нас пенообразное средство. Оно абсолютно не стекает с поверхности. А это значит, что вы можете легко почистить кафель. Посмотрите, вы можете легко нанести на духовку и не переживать, что, например, средство стечет у вас на ваш стол, либо на вашу любимую скатерть. Ждем несколько минут для того, чтобы это средство подействовало. Дальше что мы делаем? С помощью нашей тряпки мы просто легко и просто, посмотрите, одним движением убираем средство с поверхности. И что мы видим? Мы видим абсолютно сухую поверхность. Обратите внимание, с помощью влажной тряпки я убираю. Далее мне понадобится сухая салфетка для того, чтобы просто-напросто сделать абсолютно идеальную поверхность. Жир, нагар, который копился у нас годами, уходит просто-напросто, моментально. Посмотрите, буквально за 2 секунды я очистила духовой шкаф. Но посмотри, у тебя еще загрязнения остались совершенно другой поверхности. У тебя же духовой шкаф состоит не только из стеклокерамики, но и из металла. И вы взгляните, там какие-то специальные еще, и кто-то наляпал какими-то пальчиками. Давайте все это почистим. Ну а пока Оксана в прямом эфире моет нашу студию со старыми загрязнениями, мы с вами звоним нашим операторам. Номер лота 17428. Это супер инновационное средство от компании LG. Это новинка, это премьера в России и эксклюзив на нашем телеканале. Сегодня премьера по всей стране. Только у нас, нигде больше вы не сможете приобрести это средство, потому что это наш прямой партнер, компания LG. Мы гордимся своим партнерством, мы гордимся суперкачеством, и мы гордимся нашими фирменными ценами, потому что это средство, которое справляется с любым загрязнением в доме, любых поверхностей за секунды, стоит всего 890 рублей. Новинка нашего телеканала от партнера корейского LG, знаменитого мастера на все руки по уборке в доме. Оксана, какая ты умница! Кстати говоря, взгляните. Идеальная поверхность, идеальный духовой шкаф. Посмотрите, мы сделали буквально за несколько минут нагар, жир, который копился здесь просто-напросто годами. Мы очистили в прямом эфире прямо сейчас, буквально за считанные секунды. Ну что, пойдемте дальше, Наташа, что-то еще для меня приготовила. Ну и пока мы с вами возвращаемся, будем что-то еще чистить. Да, у нас есть с тобой... Вот представьте просто ваш дом. Что у вас там, какие проблемы? Чайник, поехали, давай вычистим чайник. Тем более, а если вода плохая? Даже будет не загрязнение, просто какая-то вода жесткая и начинается там какой-то какие-то осадки, сталактиты и прочее. Наташа, ты обратила внимание, что плиту, чайник, духовой шкаф, в том числе кафель, мы чистим абсолютно одним
а тем же средством я не приобретаю какие-то дополнительные средства, потому что наше средство абсолютно безопасно для здоровья. И посмотрите, Оксана не надевает перчатки. Почему же? Да, причем, потому что средство абсолютно безопасно для здоровья, оно абсолютно гипоаллергенно, оно абсолютно безопасно для моих ручек. И обратите внимание, что нашего средства достаточно совсем чуть-чуть. Мы оставляем на чайнике вот буквально вот эту вот пену. Причем обратите внимание, что пена абсолютно не стекает и не капает. Это значит, что мы можем использовать даже на вертикальных поверхностях, на электрических приборах. Причем, обратите внимание, даже если попадает наша пена на пластик, ничего страшного с ним не произойдет. Посмотрите, идеальная белизна. Посмотрите, идеальная чистота. Я просто-напросто протираю сухой тряпкой, и мы видим идеальный блеск. А, кстати, эти тряпки у нас тоже в продаже. Обратите внимание, все у нас сегодня, все лоты. Вот те самые чудо-салфетки, которые сейчас вы покупаете вместе с этим новинкой. 790 рублей. Мы их порезали великолепно. И сколько надо, столько и сделали, Оксаночка. Именно ими сейчас именно и вытираешь. Именно ими я и вытираю. Я рекомендую приобрести вместе с этим товаром набор чудо-салфеток. 8 салфеток, 4 салфетки 50 на 60 и 4 салфетки 40 на 40. Мы разрезали наши салфетки для того, чтобы они стали меньше. Она абсолютно сухая. Посмотри, как здорово эта салфетка впитывает влагу. Как так здорово эта салфетка посмотри, впитывает. Посмотри, чайник сухой абсолютно. Руки сухие абсолютно. А ты знаешь, что она вот на стали, на эмалированной посуде, да, всегда его нужно натирать, 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 иначе останутся просто какие-то пальцы капли. Пальцы сотрешь. Пальцы останутся. Да, посмотрите, идеальный чайник. Ну что, что дальше мы тестируем? Дальше кастрюля. Чайник у нас же чистый. А теперь давай-ка, Оксаночка, попробуй-ка справиться вот с этим кошмаром. Кастрюля. Дорогие друзья, вы, наверное, знаете, что такое засаленная, подгоревшая кастрюля. Это же еще и нагар. Как тяжело справиться с нагаром. А наше средство справляется легко и просто. Я напоминаю, что это чудо-средство из Кореи. Давайте мы вот так вот обильно польем пеной нашу кастрюлю. Все, и подождем. Выждем время. Наташа, в этом деле самое главное. А пока мы смотрим внимательно прямой эфир. Все происходит на ваших глазах. Не забывайте. Бывайте. 890 рублей – это цена на премьеру, на новинку только в нашем эфире. Нигде больше в нашей стране вы не сможете приобрести это средство «Звезда дома» от компании LG. Огромное счастье, что премьера по России состоялась сегодня и на нашем канале. Это эксклюзив Дисконт ТВ. Конечно, звоните 17-28, это номер лота. Звоните оператору, прямо сейчас делайте свой заказ. А давайте посмотрим. Вот буквально прошло 3 минуты. Причем, посмотрите, я нанесла пену, даже меньше, наверное, всего, наверное, несколько секунд. И я легким движением руки Оксана! Стираю гарь. Посмотрите. Это фантастика. Посмотрите, и вот мы видим это разницу. Нагар. И вот мы видим разницу. Вы знаете, как тяжело почистить кастрюлю, при этом не испортив ее. Легко и просто. Я вот специально почистила пол кастрюли. Посмотрите, какой так, блок кастрюльки. Это нечто это нереальное. Вот что такое экологически чистые средства нового поколения от компании LG. Знаменитого производителя бытовой техники, знаменитого теперь же производителя средств для чистки нашего дома. Одно средство на все случаи жизни. И духовка, и плита, разные поверхности. Кастрюля от нагара при вас. Это не какой-то снятый заранее ролик с обманом. Нет, это абсолютный прямой эфир. Ну давай посмотрим, что же еще мы можем с тобой сделать с помощью нашего потрясающего средства. Стекло, вот. Стекло. А это уже жир. Здесь мы запекали, по-моему, утку. Кто-то ел утку с яблоками. Картошкой. С картошкой? Да. С яблоками, по-моему. Да? Куча овощей там какая-то была. Да, куча овощей, но это было вчера, поэтому пахнет это, так скажу, не очень. А как тяжело избавиться от этого жира. Дорогие друзья, мы наносим средство. Причем, посмотрите, опять же, наше пенное средство ухватит надолго. Я специально нанесу на половину нашего изделия. Вижу, да, нас ждет какой-то опять сюрприз. Посмотрите внимательно. Буквально несколько секунд надо подождать, даже не нужно ждать много минут, да, заниматься какими-то посторонними делами. Взгляните внимательно, как уже средство начинает действовать. Вот уже оно начинает работать, посмотри, вот оно просто оно уже без стекает, даже без тряпочки, да, забирает на себя эту грязь. Вместе с жиром, вместе с копотью, вместе с нагаром. А теперь легко и просто с помощью нашей тряпки я убираю остатки пищи. Посмотрите, потрясающе. Мне для этого даже не нужна вода. Вы сейчас скажете, а как же так? Вы протираете и пищевые, например, какие-то столовые приборы и плиту моете одним средством. Да, да, мы моем одним средством, потому что наше средство абсолютно гипоаллергенно, абсолютно безопасно
для здоровья. Вы можете мыть даже детскую посуду. Наше средство от компании LG основано на пищевой соде. Мы знаем, что пищевая сода безопасна для здоровья. Ее принимают даже внутрь для лечения. Кстати, между прочим, очень многие заболевания. Это фантастика абсолютно. Я очень рада, что современнейшая компания LG сейчас нам дарит возможность, просто дарит возможность на пищевой соде, основанные новейшие разработки, применить у себя дома. Взгляните на эти возможности. Одно чистящее средство на все случаи жизни, на любые загрязнения. 890 рублей за премьеру, за эксклюзив нашего телеканала. Понеслась, чистим наш дом дальше. Вау, что это? Боже мой, это микроволновая печь на нашем телеканале, с нашей кухни. Вот так вот мы живем. Я думаю, такая микроволновая печь и есть абсолютно в каждом доме. Что мы делаем? Мы берем просто-напросто, да, и наносим наше средство пенообразное, распыляем его по всей поверхности и ждем буквально несколько минут. И мы видим, посмотрите, что средство уже начало работать. Давайте заглянем внутрь, посмотрите. Жирь, грязь уже сами по себе начинают стекать. А ведь это еда подгоревшая годами, которая у нас здесь. Ну, может быть, когда-то здесь убирали, но все равно никогда не было вот такой вот идеальной чистоты. Посмотрите, я сейчас моментально пытаюсь протереть вот заднюю стенку, и мы видим, что процесс уже пошел. Мы видим, уже задняя стенка у нас абсолютно чистая, абсолютно белая. Мне потребуется еще буквально несколько секунд для того, чтобы почистить. Давайте мы достанем вот нашу тарелочку. Так. Да, тарелочку. Мы ее пока оставим на 2 минуты, пока я произведу уборку внутри. А ведь сколько там много труднодоступных мест. Мы знаем, как трудно мыть микроволновку, именно поэтому мы никогда этого и не делаем. Стараемся максимально отложить сей злобный час. Ни в коем случае. Теперь с этим средством буквально немножечко распыляем его. Потрясающе все будет работать. Вот теперь такие заботы грязные по дому нам совершенно не страшны. Мы уверены в этом средстве не только потому, что оно вычищает все прекрасно, а еще потому, что не вредит нашим рукам, не вредит нашему дыханию, не вредит нашим деткам, не вредит нашим домашним животным. Любые поверхности и именно биоразлагаемое средство экологической компании LG способны на вот такие чудеса. Абсолютно безопасно для вашего здоровья, абсолютно безопасно, например, для таких приборов, если вы готовите пищу. Да, дорогие друзья, с помощью нашего средства вы можете почистить и кафельную стенку, вы можете почистить и духовку, вы можете почистить все, что угодно. Оксана, безопасно для здоровья, пищевой соды. Знаешь ведь эту большую проблему, когда мы обычными средствами, например, почистили микроволновку, ее нужно потом очень здорово вымыть, а потом еще почти сутки мы не будем ей пользоваться. Нам же туда свою еду класть. А с таким средством мы можем сразу загружать свою пищу и тут же пользоваться, потому что это экологически чистое биоразлагаемое средство. А с кухней мы закончили. Пойдемте теперь в нашу ванную комнату. Я думаю, многим из вас известны загрязнения, с которыми невозможно справиться ни одно чистящее средство, ни один порошок, с которым не может справиться ни одна губка. Но только не наше средство. Наше средство легко и просто справляется абсолютно с любыми поверхностями. Вот это раковина. Обычная раковина, которая есть абсолютно в каждом доме. Особенно летом, наверное, часто, особенно на даче, нам известны вот такие вот загрязнения. Посмотрите, я хочу показать, как это работает на половине нашего фаянсовой раковины. Причем, согласитесь, что обычно, приобретая дорогую сантехнику, мы очень часто боимся ей навредить. Она очень часто выходит из строя, если мы используем неправильные чистящие средства. Наше чистящее средство абсолютно деликатно, но при этом мгновенно ухаживает за нашими изделиями. Посмотрите, легко и просто, я просто нанесла, и мы видим абсолютную белизну и чистоту буквально за несколько секунд. Нам не нужно стирать руки в кровь, нам не нужно тратить время. Посмотрите, абсолютная чистота фантастика. И белизна. И какие вы молодцы! Продано 100 упаковок, а
мы говорим именно об упаковках. Посмотрите, вот как придет к нам наше средство. Вот такой упаковки, очень грамотный. Естественно, у нас корейское с тобой производство, наш корейский партнер LG позаботился о том, чтобы все было на русском языке. Это обязательно для нас специально. Это эксклюзив нашего телеканала и премьера в России. Посмотрите на цены. 890 рублей за полностью бутылку уже залитую этого средства. Здесь 550 граммов плюс 330 граммов. И мы с вами получаем 880 граммов. Это почти литр средства. И нам хватит его, я думаю, что даже на год и больше. Да, абсолютно точно сказала. Этого средства нам хватит на год и больше, потому что действительно средство настолько деликатное. Его нужно совсем немного. Ну а давай теперь такую деликатную проблему, как... Да. Поехали, да. Вот это мы точно стараемся отложить максимально надолго. Это унитаз наш, да. Вот посмотрите, такое часто бывает. И что же мы будем делать? Я очень рассчитываю на это средство. Почему? Потому что мы с вами не только будем его чистить, мы будем еще его и дезинфицировать. Давайте-ка посмотрим, попробуем. Оксаночка, я тебе доверяю. Этому средству тоже доверяю. Легко и просто. Мы наносим, ну сначала мы знаем, сколько, во-первых, микробов у нас находится именно на унитазе. Наши чистящее средство не просто чистит, оно еще и убивает микробы на повал. Дорогие друзья, ну, во-первых, кольцо. Кольцо должно, нужно содержать всегда в чистоте, потому что мы понимаем, что это в первую очередь наше здоровье. И посмотрите, легко и просто, без перчаток я чищу кольцо унитаза. Посмотрите, потрясающе, чистота идеальная. Далее поднимаем кольцо. Ты поднимаем. Знаешь, что самые страшные микробы знаю. У нас живут они вот все как гнездятся раз здесь, вот здесь. Да, легко и просто с помощью нашего средства, а теперь я средство нанесу даже на тряпочку. Вот, я просто-напросто легко и просто убираю микробы, убираю все загрязнения. Посмотрите, просто на сухую, легким движением руки. Вот посмотрите, какая деликатная, тонкая работа, и я с ней справляюсь, но просто-напросто, мгновенно. Давайте дальше пойдем и заглянем внутрь нашего унитаза, как бы нам этого не хотелось. Слушай, ну пока заглянем без удовольствия, однако скоро вы будете убираться с удовольствием и в вашей кухне, и в вашей ванной, и, конечно, в туалете тоже. Ведь это и есть забота о наших близких. Не всякий там «я тебя люблю» мути-пути. Вот забота о наших близких, реальная. Вот забота о наших близких. Убивает микробы, справляется с самыми трудными загрязнениями. Посмотрите, идеальный униказ. Давайте я вам покажу сейчас просто, вот почувствуйте разницу. С одной стороны, я вам сейчас сделаю абсолютно чистый наш фаянсовый друг, посмотрите. А с другой стороны, вот, собственно говоря, как было и как стало. Посмотрите, вот вам результат. Обратите внимание. И результат без перчаток, потому что этому средству мы доверяем. Но впереди у нас еще несколько минут, когда вы можете сделать заказ в прямом эфире по прямой эфирной цене. А сейчас мы посмотрим еще на другие поверхности, которые также прекрасно будут справляться. Это наше средство. Звезда дома. И Оксана, звезда это и ты, звезда это и наше чистящее средство от компании LG. Вот комплектации именно в таком виде придет наше средство. Посмотрите внимательно. Вот здесь мы с тобой сейчас будем рассматривать наши потрясающие поверхности. Поверхности разные, загрязненные. Да, давайте рассматривать загрязненные поверхности. Сейчас мы видим, что у нас капельная доска. Мы легко и просто можем, например, удалить загрязнение с капеля. Посмотрите, как я это делаю. Легко и просто. Я делаю просто-напросто. Провожу полосу с помощью нашей губки. Все, идеальная капельная чистота. Капельная плитка. Идеальная дальше. Поверхность. Здесь у нас жир, который у нас был годами. Маркер. Детки у нас с тобой пошалили. Дети могут легко и просто нарисовать где угодно, даже на нашей мебели. И даже с деревянной поверхностью наш... Потрясающе, Оксана! Даже средство справляется. Продано 200 комплектов. 200 комплектов, потому что сразу 880 миллилитров к вам придет. Это и уже заполненный диспенсер, и дополнительные средства. Перманентный маркер, с ней практически нереально справиться. Вот половина рожицы стерта одним легким движением руки. Далее, это у нас с тобой ламинат. Это у нас ламинат. В ламинате могут быть всякие разные неприятности и неожиданности. Я даже не буду рассказывать, что здесь у нас на нашем ламинате. Легко и просто мы справляемся и с этими загрязнениями. Поменял, посмотрите, да, да. Но и это еще не все. Мы двигаемся дальше. И здесь у нас грязная, жирная, да.
грязный, жирный линолеум. И даже с линолеум наше средство справляется просто-напросто на раз. Посмотрите, посмотрите, наш линолеум поменял цвет. Он красивого цвета, лавандового. А мы-то думали, что он такой неприятный. Это абсолютная фантастика. Сейчас видите, как Оксана молниеносно, буквально за минут 20 презентации, 15, убралась и в кухне, и в туалете. Еще и полы разные продемонстрировала, как можно помыть легко одним средством. Одно средство заменяет более 10 различных, которые у нас обычно живут с вами в каких-то шкафах, сильно закрытых, чтобы, не дай бог, дети не залезли. И, естественно, не забывайте, это наша презентация прямого эфира. Это эксклюзив нашего телеканала. Сегодня в России премьера средств для дома от компании LG, знаменитой корейской. И мы горды представить нашего нового партнера и супер прямоэфирные цены. Оставайтесь с нами.